Анна Галкина сегодня выбирает для себя жакет «Цветочная ночь». Ну как, Ань? Ольга, мне так он нравится. Ты знаешь, я когда шла по коридору, все оглядывались, потому что действительно очень яркий, очень стильный. Но что самое главное, вы посмотрите, какая длина. Ведь такой жакет может быть использован как летнее пальто. Да, абсолютно верно. Причем у нас для вас три цвета на выбор. Я не зря взяла красный, потому что вот это мой любимый цвет. И я прикладываю к себе и понимаю, что я хочу померить тоже такой жакетик. На весну, по-моему, то, что нужно. Но вы можете выбрать свой цвет. Смотрите, этот цвет называется при заказе бордо. Также у нас есть для вас голубой васильковый цвет, если у вас голубые глаза, вообще отлично. Анечка, как ты сегодня называешься? А мой цвет называется лайм. Обратите внимание, яркие цвета. Ну, ты знаешь, что мне понравилось больше всего? Сколько присутствует цветов на данном жакете? Вы обратили внимание, что достаточно много и синие, и зеленые, и желтые. И сегодня вы сможете увидеть, что этот жакет отлично сочетается с брюками стрелка, какие бы вы ни взяли. Потому что берете один жакет и к нему обязательно возьмите двое брюк. Слушай, жакет классный. Он видно, что он, знаешь, вот дорогой, качественный. Он не похожий на других. Если вы любите выделяться из толпы, это брендовый жакет. Бренд Благов сегодня по эксклюзивной цене. Такой жакет брендового происхождения в магазине будет стоить от 15 тысяч. Сейчас цена не 5 399 рублей. Мы ее перечеркиваем и делаем скидку на время прямого эфира. 1400 рублей. Слушай, невероятно красиво. Напоминает прям гобелен, да? Да, Ольга, действительно напоминает гобелен. Но гобелен он напоминает только по технике. То есть здесь у нас с вами рисунок не нарисован, он не нанесен красками. Здесь у нас полотно именно в плите. Тогда, когда производится сама ткань, точно так же, как и гобелен. В процессе плетения, знаешь, как ковры плетут, вот то же самое, такая же сложная техника. Между прочим, при такой работе используется дорогостоящее оборудование, и не каждая фирма может себе позволить иметь именно такие машины. Но мне очень нравится, что сегодня из такого великолепия, из такого богатства мы можем увидеть вот такое вот эксклюзивное, я не побоюсь этого слова, произведение искусства. Безумно интересные жакеты. Жакет «Цветочная ночь» называется, звонки бесплатные сейчас. Оплачивать свой фирменный жакет, который вы будете вот-вот уже совсем скоро носить, не нужно сейчас оплачивать. Вы оплачиваете свой жакет по-честному, когда приедет к вам на почту. Сейчас вы даже предоплату не вносите, вы просто его бронируете. Звонок, напомню, тоже бесплатный. Давайте с размером определимся, Анечка, все-таки это верхняя одежда. Как правильно и четко выбрать размер? Ну, как верхняя одежда, компания «Благов» уже позаботилась о том, чтобы он сидел свободно, и чтобы вы могли под жакет поддеть, например, свою любимую водолазку или, может быть, даже какой-то джемпер. Здесь у нас с вами достаточные припуски на свободу движения. Но для того, чтобы правильно выбрать свой размер, здесь нет никаких сложностей. Выбирайте тот, который вы носите. Например, у нас Татьяна выбирает именно свой размер, 50-й. Мне очень нравится, что здесь прямой свободный крой, здесь нет приталенности. Он действительно просто прямой. И вся красота именно в этой простоте. Но что самое красивое, что больше всего его украшает, это те цветы. Здесь уже не нужно никакого дополнения. Но все-таки маленькая пуговица у горловины также служит украшением. Слушай, ну я еще смотрю, что он немножко поблескивает. Вот прям вот блеск от него исходит. Блеск вообще обожаю. Это действительно поможет выделяться, да? А что это за блеск и от чего он исходит? Олечка, здесь весь секрет просто в самой ткани, в тех нитях, которые были использованы при изготовлении этого жакета. Здесь удивительное смесовое волокно. Во-первых, оно как раз дает блеск. У нас здесь присутствуют и лавсановые нити, и полиэфирные волокна. Ну и, конечно, часть вискозы здесь также присутствует. Именно поэтому наш жакет сегодня выглядит просто потрясающе. И уж поверьте мне, даже если вам станет жарко, вы захотите его снять и перекинуть через руку, то он не помнется. Даже после этого вы наденете его на себя, и вы будете выглядеть потрясающе. Если вы хотите выглядеть на все 100%, если вы предпочитаете дизайнерские вещи, это предложение должно тогда случиться в вашем гардеробе. Эксклюзивная капсульная партия. Я напомню, что сейчас в прямом эфире бренд Благов, известный российский производитель, который шьет коллекцию только для нашего телеканала. В магазинах такого жакета не продается. Ты знаешь, если бы нас сейчас смотрели звезды эстрады, они бы точно бы такой заказали однозначно. Да, Олечка, жакет действительно эксклюзивный, поэтому такого жакета вы больше ни у кого не встретите. Ну а если вы спросите, на кого же предназначен, для кого предназначен этот жакет, то я вам могу сказать –
для любой женщины, которая хочет быть самой любимой, самой желанной и в любом возрасте быть привлекательной. Это действительно элегантный женственный костюм. У нас для вас три цвета на выбор. Есть бордовый, есть небесный, голубой или васильковый и лайм, который сегодня для себя выбирает эксперт телеканала Шопеншоу. Только посмотрите. Вот вы такого наверняка никогда не видели. Такое впечатление, что каждый жакет сделан вручную, вышивался. Посмотрите, какой интересный дизайн, напоминающий гобелен. Вы точно будете самый-самый выделяющийся из толпы. Будут спрашивать, где взяли такой жакет, вот приготовьтесь к этому. Действительно, будут спрашивать, потому что он действительно невероятной красоты. Такого вы точно ни у кого не встретите. Ну, а еще мне хочется обратить ваше внимание то, как застегивается наш жакет. Во-первых, здесь вы увидели большую пуговицу, красивую, похожую тоже на цветок. Но она у нас с вами закрывается на кнопку. Здесь у нас с вами кнопочка есть. А дальше у нас с вами потайная застежка. Здесь пуговички будут не видны. Но пуговицы на другой стороне борта, они подобраны четко в цвет. Поэтому здесь в игре цветов, в игре красок их здесь даже будет незаметно. Здорово, потайные пуговицы. Ой, друзья, вот единственное, я понимаю, вас сложно определиться с цветом. Какой цвет выбрать? Какой размер выбрать? Давайте еще раз об этом поговорим. Как выбрать размер? И, может быть, какие-то предпочтения у тебя будут. Знаешь, вот можешь посоветовать красные, только брюнеткам. Кармен, такой образ. Нет, такого я не посоветую. Я считаю, что все должно быть по вашему настроению. А тем более, женщины бывают такими разными. Сегодня они брюнетки, завтра они блондинки. Поэтому не бойтесь, выбирайте для себя тот цвет, который нравится вам сегодня. Не можете определиться? Ну, возьмите два. Потому что такого не каждый раз можно встретить предложение. Тем более такой пиджак вы берете не на один сезон. Цветы. Вы только задумайтесь. Цветы в жизни женщины. Это просто счастье, это просто подарок. Цветы делают женщину женщиной. Ну и, конечно, цветы на пике популярности. Ох, ну а если цветы на пике популярности были в том году? В этом году пик их достигает еще большей массы. Ну и, конечно же, не один год они будут оставаться популярны. Поэтому женщины и цветы – это два неразделимых события. Единственный вот вопрос, вот как за ним ухаживать? Все-таки здесь столько ниточек, столько всего интересного. Олечка, ты знаешь, такие вещи мне очень нравятся, что можно ухаживать дома. Конечно, я бы не стала погружать его в барабан, в стиральную машинку. Я бы его замочила в прохладной воде мыльной, отполоскала и повесила на плечики. Но из-за того, что здесь у нас смесовые волокна, вы не бойтесь, у нас не потеряются ни цвета, ни краски, не деформируется наш пиджак. Ну и уж, конечно, мне очень нравится, что он, как мы уже вам говорили, не мнется. Поэтому может быть легкое отпаривание, и вы, как всегда, в форме.